Хохлома золотая, огненные краски, гжель синей птицей, игрушка дымковская. И не мастера-народники узоры плели, простая самарская школьница. С детства Аня Учватова занимается народной росписью. Вот это жостовская роспись. Она у меня в единственном виде. Здесь просто цветы, а в остальных красочные узоры. Вот у меня хохлома на черном фоне, пока черный фон весь выведешь. Это самое тяжелое. Ее работы жюри конкурса «Подснежник» признала лучшими в номинации «Прикладное искусство». Фестиваль детского творчества в Самаре проходит уже 15 лет. Если в первые годы число участников едва переваливало за сотню, то в этом году желающих показать свои таланты оказалось 4500. Все эти дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. Я боюсь, что если мы так будем продолжать такими темпами наращивать, то 20-й фестиваль уже будем проводить на стадионе, потому что уже не помещаемся. 4500 участников, 119 номеров отобрано. Конечно, очень-очень сложно отобрать. Но, тем не менее, этот фестиваль развивается, он живет и развивается, ну, очень приличными темпами. Главным призом для лауреатов фестиваля станет круиз на теплоходе по Волге до Волгограда. Алексей Кнор, Валерий Шаронин, ГИС, События.